Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, и вы на канале BitRider. Так, сегодня у меня была очередная покатушка на мотоцикле, и сегодня мы с инструктором выехали уже в город. То есть мы с ним встретились в автошколе, сели на два мотоцикла. Я сел на Suzuki Gladius, он сел там на какой-то свой KTM, Adventure, кажется. Ну, что-то в этом роде. В общем, в ролике вы это увидите сами. Можете написать в комментариях, что это за модель, потому что я особо не вникал. Мне как-то KTM, я не знаю, я к KTM равнодушен. Так вот, мы сели, значит, на мотоциклы и погнали сначала по городу. Я думал, мы сейчас сначала по прямой, там, ну, коротким путем поедем. А нет, он меня начал гонять по закоулочкам там везде. Ну, в общем, было интересно. В принципе, я города не боялся, потому что я на скутере привык по городу. Мне, в принципе, ничего нового. Мне кажется, город упражнение, это очень классное упражнение. Нарабатывать вот эту мелкую моторику, там, тормозить, сцепление, stop and go. Вот это вообще обалденно тренировать. Дело в том, что когда я, ну, одел шлем, он мне дал воки-токи, подключил к моему уху. Поэтому у меня во время съемок, во время покатушек не было возможности комментировать то, что я делаю. Потому что он мне периодически говорил в ухо, там, куда мне ехать, какие-то там ошибки комментировал, если таковые были. Так что, в принципе, поэтому запись получилась так себе, не очень интересно, поэтому я решил просто накинуть на нее там какую-нибудь музычку, ну и все. И, в принципе, просто рассказать, скажем так, перед роликом, что к чему. А потом мы приехали, значит, с ним на площадку. На площадке он там расставил пилоны, давай делать упражнения. Начали делать упражнения, это... Блять, как оно называется-то по-русски, я не знаю. Ну, в общем, надо было оттормозиться и потом резко уйти влево, так скажем, от препятствия. Он мне его как делать не объяснил, просто сказал, делай, блять. Ну, я начал лажать конкретно, потом я чуть не психанул, поговорил с ним, говорю, что, ну, ты объясни сначала, блять, что делать-то. Тот, о чем мы с тобой не делали это упражнение, ну, понятно. Забыл мужик, что мы это упражнение не делали. Но он мне объяснил. Ну, я пробовал, что-то не особо оно получалось у меня. Ну, в конце уже так более-менее я понял, как, что там. Не хватает вот этой мелкой моторики на сцепление, тормоз, все. Привык на скутере, там просто ручку газа крутишь, и он едет. А тут немножко все по-другому. Поэтому, ну, под конец я уже так стало более-менее получаться. Ну, в общем, так. Потом мы поехали, опять же, оттуда, с площадки дворами, там, закоулками, поехали в автошколу. Ну, и, собственно, это моя покатушка на сегодня закончилась. Завтра мы поедем опять. Завтра у нас не будет площадки, потому что он видел, что я сегодня на площадке, что-то вообще не мой день был. Поэтому я парился, столько косяков делал. Он говорит, завтра не поедем на площадку, будем чисто город отрабатывать, чтобы ты немножко отдохнул от площадки и так ментально разгрузился. В принципе, идея здравая, мне нравится. Поэтому я буду завтра кайфовать чисто по городу. Ну вот так вот, ребята. Поэтому сейчас я предлагаю посмотреть сегодня небольшой кусочек. Я записал, как вот мы выехали из автошколы, я там ехал. Ну чисто так, под музычку подрасслабиться. Желаю вам всем приятного просмотра. Спасибо, что подписаны на меня. Ладно, ребята, еще раз всем спасибо. Я с вами. Так, ребята, сегодня первый раз еду на мотоцикле по городу. You are right.
время.